Эми, я принес попить. Спасибо. На что ты смотришь? Пресс-конференцию собрали внезапно. Еще полчаса назад у нее не было текста. Ее явно не принимают всерьез. Я за нее волнуюсь. Это ее первая речь. Если что-то пойдет не так, ее не будут воспринимать всерьез. Ее хотят устранить. Устранить? Эми? Я здесь, директоршу. Ну что, все ли готово? Все готово. А где же телесуфлер? Телесуфлер? Меня не просили об этом. Не просили? Раньше на пресс-конференциях всегда был телесуфлер. Директор Шу, это было в списке, но потом вычеркнули. Маркетинговый отдел сказал, что не нужно. Не нужно? Именно так. Директор Ду. Здравствуйте. Приятно видеть старых друзей. Сейчас у нас трудные времена. Прошу вас, напишите о нас позитивно. Спасибо за поддержку. Старший редактор Джан. Вот так сюрприз. Здравствуйте, здравствуйте. Все пришли. Стелла, мне нужно кое-что сказать. Извините. Развлекайтесь. Хорошо. Я извиняюсь, но у нас нет телесуфлера. Да, я знаю. Это мое решение. Я считаю, что телесуфлер официозен. Совсем не наш стиль. Мы не станем им пользоваться на следующих конференциях. Президент Дзян. Прошу прощения, вам придется все запомнить. Я забыла подготовить телесуфлер. Но мне обещали. Вдруг я забуду слова. Запомните, сколько сможете. Не сможете, читайте с листа. Читать речь с листа? Журналисты решат, что я некомпетентна. Не решат, они поймут, что времени было мало. Извините. Учите слова. Да, хорошо, договорились. Стелла, уже пора. Окей, идем. Эми. Погляди, она в костюме, но все равно что-то не так. Она еще молода, не выглядит президентом. Добрый день. Я Диан Далинь. Правление компании DL International доверило мне пост президента компании. Поверить не могу. Я понимаю, что мне будет непросто. В последнее время я прочла много негативных отзывов и даже сплетен в сети о нашей компании. Босс, я проводила Тяньлу. Мы всегда честно отвечали на вопросы, ничего не скрывали. Однако тем, кто распространяет злые сплетни, мы не только покажем недовольство, но и будем преследовать их по закону. Ты был к ней великодушен. 500 000. Она заслужила эти деньги. Соглашение подписала? Сейчас DL International в прекрасном состоянии. Бизнес стабилен. Я знаю, на мне лежит большая ответственность. Я сейчас в жестких условиях, но готова принять вызов. Она не вернется в Китай 3 года и ничего не расскажет о Ген Юэ. За это я ей и заплатил. Я уверена, что выведу компанию из кризиса с поддержкой и помощью наших партнеров. Она совсем не умеет говорить как бюрократ. Благодарю за постоянную поддержку наших друзей в СМИ.
Нашу компанию ждет светлое будущее. Спасибо. Впечатляет. Ни одной ошибки. Все запомнила. Пусть она и новичок, но потенциал есть. Что ты там смотришь? Торжественную речь маленькой глупышки. Президент Дзян, где ваш отец Дзян Юаньпен? Извините, вопрос не по теме пресс-конференции. Как, простите, его внезапное исчезновение сделало вас президентом ДЛ? Вы знаете, где Дзян Юаньпен? Нет, не знаю. Вы не знаете или не хотите говорить? Я правда не знаю. Как дочь Дзян Юаньпена прокомментирует проблемы фонда Пен Кунь? Комментариев нет. Как это нет? О чем это вы? Зачем тогда мы здесь? Зачем приходили? Именно. Ответьте на наши вопросы. Президент Дзянь, как проблемы фонда Пен Кунь повлияют на ДЛ? Как вы с этим справитесь? Вы хотите спасти фонд за счет дохода компании? Ваш первый день в компании кто-то измалевал офис краской. Что вы думаете об этом? Я только из-за рубежа, поэтому ничего об этом не знаю. То есть вы стали президентом, не зная о проблемах компании? Вы о фонде Пен Кунь не знаете? Или не знаете о проблемах ДЛ? Или ничего не знаете о пиаре? Прошу, ответьте. Офис испачкан краской, но полицию не вызвали. Не понимаю причины. Или вам известно, что это сделали жертвы фонда Пен Кунь? Причина в этом? Вы собираетесь делать что-то для тех, кто понес потери из-за фонда? У вас есть план работы с ними? Говорят, некоторые компании приостановили сотрудничество с ДЛ. Как вы решите эту проблему? Знаете ли вы, как тяжело жертвам финансового краха? Что вы думаете об этом? Насколько я знаю, вам всего 27 лет. Вы не молоды, чтобы быть президентом? Вы уверены, что сможете руководить ДЛ? Президент Дзян, скажите что-нибудь. Говорите, нам нужны ответы. Нельзя же молчать. Президент Дзян, ответьте нам. Уважаемый, а вам не кажется, что некорректно спрашивать девушку о ее возрасте прилюдно? Что до вопроса о том, уверена ли я, что смогу руководить ДЛ в 27, у меня встречный вопрос. Канси стал императором в 8 лет, Ганьло — первым министром в 12. Хо Цюйбин победил Гуну в 17. Жанна д'Арк сняла осаду с Орлеана, когда ей было 17 лет. Цукербергу было 20, когда он основал Facebook. Почему бы не спросить у них? Спросите, были ли они уверены, что придут к своей цели? И почему бы не спросить самих себя, почему в 40 вам не хватает уверенности? Кому здесь 40? Мне только 35. Простите, я судила по внешности. Да что вы! А вы представьте, что на дороге в Няньцзин у вас есть киоск булочек с мясом, а другой в Хуаньхай – булочек с овощами. И овощной киоск попал в беду, а у мясного все в порядке. Что вам делать? Будете ли вы пытаться уберечь мясной киоск от дурного влияния киоска, торгующего овощами? А вы знаете, что у современных компаний ответственность ограничена? У владельца нет права покрывать дефицит компании за счет прибыли другой компании. Чё смеешься? Из-за булочек с мясом. Журналисты, задавайте вопросы по нашей теме. Где ваш здравый смысл? Испачкали краской офис, а вы спрашиваете, почему мы не вызвали полицию. А я спрошу вас, если вас укусит собака, вы станете кусать ее в ответ? Что случилось? Если собака меня укусит, я укушу в ответ. Псих. Проблемы фонда Пен Кунь не решены, вкладчики не могут изъять средства. И это связано с вашим отцом, Дзян Юаньпеном. Не меняйте тему, ответьте на вопрос. А разве я меняю тему? Ладно, я прямо отвечу на вопрос. Во-первых, фонд Пен Кунь, мой отец, создал вместе с Ду Шао Кунем.
Но DL International никак не связано с этим фондом. У них нет общих капиталов, так что обязательства фонда мы на себя не берем. Во-вторых, у моего отца Дзян Юаньпена есть дела. Он не может сейчас появиться, но ничто не указывает на то, что он виноват. В-третьих, преступнику, испачкавшему наш офис, мы имеем право применить любые законные действия. Конференция окончена. Спасибо. Разве можно так уходить? Что происходит? Что не так? Как она могла, так уйти? Верно, у нас еще есть вопросы. Прошу, не волнуйтесь. Дорогие гости и дружественные СМИ, доброго дня. Эта пресс-конференция была первой для нашего нового президента. У Дзян Далинь пока мало опыта. Если она была некорректна в словах или эмоциях, приношу вам извинения за нее. Мы не слишком жестко с ней обошлись. Вы об отсутствии телесуфлера? Но это вы его отменили. Да, это моя идея. В любом случае, когда журналисты накинулись, мы должны были поддержать ее. Это был экзамен. Если бы мы помогли, было бы нечестно. Мне нравится первая часть ее выступления, она все выучила. Но вторую часть завалила. Это обесценило первую. Журналисты теперь обижены. Она просто вышла. У нас теперь будут проблемы. Журналисты ее просто травили. Потому что она молода. Я удивилась, когда Дзян Далинь ответила им так. У всего есть предел. Если мы будем осторожно уклоняться от ударов, они решат, что мы чувствуем свою вину. Пусть Дзян Далинь была невежлива, она показала позицию DL International. Неплохо. Она прошла первый тест. Ладно. Выпьем за это. Перестаньте. Нам еще пить с журналистами. Они безудержны в этом. Здравствуйте, ваш заказ. Прошу. Да нас просто судьба сводит. А вы кто такой? Не узнаете меня? Поищите другую девушку. Поискать? Да я с места не сдвинусь, сами сбегутся. Позвольте напомнить. Позавчера ночью вот на этом месте мы с вами выпили по 4 рюмки мескаля. Это я тогда за вас заплатил. Я думала, вам флиртовать охота, а вы всего лишь денег хотите. Не волнуйтесь. Мне не нужны ни флирт, ни деньги. Вы в тот вечер напились и уснули на столе. Я просил вас позвонить кому-нибудь, чтобы вас забрали. Бонни. Бон что? Потом мне пришлось уйти по делам. Я оплатил счет и ушел. Билли. Таинственная история Билли Миллигана. Не вспомнили? Вам нравится таинственная история Билли Миллигана? Девушка пьет в баре одна. Проблемы с парнем? Вы мне не поверите. Вспомнила. Узнали меня? Не узнала. Все равно не узнали. Ну, верните деньги. Я не плачу за незнакомых. Не помню, чтобы вы за меня платили. Вы новый президент DL International. Отказываетесь платить долги? Откуда вы знаете меня? Кто вы? Я не должен вам представляться. Платите. Так, стоп, говорите, я вам должна. А где доказательства? Слушаю. Прекратите, тогда был другой официант. Я в курсе. Где Кевин? У него выходной. Что изволите заказать? Мескаль, как обычно. Хорошо. Стойте. Вот карта. Готовьтесь тщательнее, когда хотите обмануть. Спасибо. Вы вместе? Нет, я одна. Хорошо.
впервые встречаю девушку, которой нравится платить за себя. Стелла. Директор Чейн, прошу. Вас давно не было. Прошу, Вера. Присаживайтесь. Хорошо. Вы хотите мне что-то рассказать? Да, вы правы. Стелла. У меня важный вопрос. О сегодняшней церемонии мне нужна помощь. Слушаю. Вчера позвонил ассистент Вэйдже. Самая важная награда – ежегодная премия лучшему пиар-эксперту. Они надеются, что награду вручат руководители нашей сферы. Я не понимаю вас. Он хочет, чтобы награду вручала другая персона. Ему что, недостаточно нашего президента? Не о том речь. Хотя Дзян Далинь ваш президент, у нее мало опыта. Можно понять, почему Вэйдже против. Вчерашняя пресс-конференция была чрезмерно драматичной. Из-за проблем с фондом Пинкунь Вэйдже просит заменить награждающего. Я прошу вас помочь мне. Можете ли вы пойти мне навстречу? Думаю, будет лучше, если награду вручите вы. Я так не думаю. Президент Дзян Далинь неопытна, но она все равно президент. Только она может представлять дел. К тому же замена привлечет много критики к надвигающейся церемонии. Стелла, вы ставите меня в неловкое положение. Да это я в неловком положении. Пожалуйста, директор Чейн. Да, спасибо. И директор Чейн, мне вот что непонятно. Как Вэйдже может знать, что выиграет, если церемонии еще не было? Более того, он хочет выбрать, кому вручать награду. Что происходит в ассоциации пиар-экспертов? Вы, ее директор, такого терпеть не можете. Я не права. Босс, раньше награду тебе вручал Дзян Юаньпэн, но он пропал, а получать награду от Далинь ты не хочешь. Я обратилась к директору Чэнь, он согласился ее заменить. Но потом отказался, столько сложностей. Давай прямо. Они не говорили мне об этом до последней минуты. И шансы не дали разработать запасной план. Погоди, позже я поговорю с директором Чэнь. Если он все равно не согласится, полагаю, нам лучше уйти отсюда. Ты даже с этим не можешь справиться. Почему бы тебе не уволиться? Разве мне легко быть твоим ассистентом? Посмотрите. Завсегдатай церемонии строит из себя крутого. Приятно встретить вас. Зачем вы пришли сюда на таком сроке? Миленькое платье. Готовитесь получить награду? Не дразните меня. Я знаю, вас не обойти. По-моему, тут и церемония вовсе не нужна. Почему бы им не слать награду вам домой? Хорошо сказано. Вы не устали каждый год выигрывать? Да, устал. Прошу, в следующем году потрудитесь выиграть сами. Или еще одно платье будет зря. Его считают лучшим, но он просто псих. Идем. Псих. Директор Шу, давно не виделись. У вас и впрямь короткая память. Во вторник мы говорили в конференц-зале Флайджой. Правда? Ничего себе. А я бы не стал напоминать поверженному противнику о неприятном. У меня другое мнение. Я люблю напоминать поверженному противнику о неприятном.
А то он еще забудет о пережитом. Вы всегда так жестоки? Зависит от собеседника. Я о нем говорю. У него тревожное расстройство. Оно может быть легким или тяжелым. Тяжелое уже заболевание. Заболевание? Как это? Если не можешь себя контролировать, сделаешь что-нибудь страшное. Слышала, у таких людей может быть раздвоение личности. На публике нормальный, а с глазу на глаз извращенец. Не приближайся. Если это правда, то кто осмелится в будущем дать ему работу? Как вы можете так говорить? Он же больной человек. Сколько гонора? Чего вы так смотрите? Вот так совпадение. Вы тоже пришли на церемонию награждения? Ну, раз вы здесь, почему мне нельзя? Невысокие же у церемонии стандарты, раз даже вас сюда пустили. Стандарты так низкие. Пускают сюда всяких жуликов. Вот тупица. Когда вернете деньги? Босс, я говорила с директором Чень. Можете меня увольнять. Он непреклонен. Награду вручает Дзян Далинь. Мне не нужна эта награда. Ну-ну, успокойся. Я показала им, как мы к этому относимся. И они решили, что вместе с Дзян Далинь награду будет вручать Юань Су, глава пиар-агентства Минши. Юань Су – важный человек в сфере пиара. С репутацией. Она подходит. Почему бы не пойти на компромисс? Ладно. Босс, идем в зал. Уважаемые гости, дамы и господа, дорогие друзья, добрый вечер всем. Я, Ван Чу, приветствую вас на ежегодной церемонии награждения Ассоциации пиар-агентств. Добро пожаловать! Босс, церемония началась. Пойдем внутрь? Погоди немного, что-то мне душно. Дышать тяжело. Эй, ты в порядке? Здесь же так просторно, даже эхо есть. Босс, держи себя в руках. Ну, красавчик. Итак, первая награда. Лучшему пиар-агентству 2018 года. Вручать награду будет президент Ассоциации пиар-агентств, специалист международного уровня Джан Десень. Приветствуем. Что случилось? Зачем вы меня вызвали? Кое-что случилось. Нужно, чтобы вы знали. Директор Чэнь сказал мне сейчас, что приз лучшему пиар-эксперту вы будете вручать вместе с Юань Су, руководителем Минши. Почему же? Вэй Джэй считает вас неопытной. Так и есть, я могу уступить. Почему я должна вручать приз? Прошу, будьте серьезней. Вы должны вручать. Это не для вас важно. Это важно для Диэл. В прошлые годы приз вручал ваш отец. Это показывало его статус и статус дел в сфере пиар. Так что выйдите на сцену и вручите приз. Поняла.
А теперь наша самая ценная награда. Ежегодный приз лучшему независимому пиар-эксперту. Вручать награду будут президент DL International госпожа Дзян Далинь и глава пиар-ассоциации Минши господин Юань Су. Приветствуем! Добрый вечер, я Дзян Далинь. Добрый вечер, я Юань Су. 3 года подряд этот приз доставался господину Вэйджи. И только ему. Будут ли сегодня какие-то изменения? Госпожа Дзян, прошу. Спасибо. И приз лучшему независимому пиар-эксперту получает... Вэйджи. Пожар! 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 Все на выход! Вон там, там горит. Луиза, уходи! Все, уходите! Помогите! 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 Идемте. Стойте! Сумочка! Туда! Вот сюда! Все на выход! По лестнице! Стелла! Скорее! Давайте скорее! Мы же от смерти бежим! Я не могу скорее с таким животом! Не толкайтесь. Я просто сказала, что у вас тревожное расстройство, а подружки решили, что вы псих. Это слишком. Это все они, не я. И где они, когда вам нужна помощь? Они сбежали. Осторожно. Хорошо, идем. Прошу вас, скорее. Нужно спешить. Ладно? В чем дело? Живот болит. В чем дело? Ой, кажется, я скоро рожу. Но не нужно, говорю вам. Нужно спешить. Подумайте, если родите здесь, что расскажете об этом ребенку? К тому же, а мне-то что делать? Держитесь. Не могу, не могу. Я бы рада, но не могу. Что вы делаете? Скорую вызываю. Держитесь, держитесь. Скорая помощь. Тут пожар, а женщина рожает. Я не могу идти. Нужно идти. Не могу двигаться. Прошу вас. Я умираю. Прошу, идемте. Оставьте меня, я умру здесь, мне так больно. Не могу больше, посижу. Не оставайтесь здесь. Тихо, тихо, вот так. Обопритесь о стену, давайте. Вот так, к стене. Идемте, держитесь за меня. Говорите, что мне сделать? Откуда мне знать? Я еще ни разу не рожала. Ну так и я не рожал.
Вы ведь женщина. Вы больше знаете. Да не знаю я! Ладно, не кричите, я все сделаю. Дайте подумать, секунду. Вейджи, у меня воды отошли. Вейджи, у меня воды отошли. Помогите. Выдох. Расслабьтесь. Выдох. Без паники. Вдох. Смотрите на меня. Сильнее. Ну же. Сильнее. Сильнее. Постойте, побудьте тут. Понимаете, нельзя занести инфекцию, не входите. Понял, понял. Вам сюда нельзя. Дай мне одеялко. Сестра, ребенок в порядке? В порядке. Можно мне зайти и посмотреть? Как же вы беспечны. Вашей жене вот-вот рожать, а вы потащили ее куда-то. Это опасно для ребенка. Что вы за отец? Вы не так поняли, я не отец. Тогда зачем вы здесь? Не мешайте. Боже ты мой! Ну ничего себе новости! Она правда родила во время эвакуации? А ты видела снимки? Я такая красивая! Ты красивая? Да, ты могла бы быть актрисой. Постой, ты-то у нас не беременна. Чего ты ешь как не в себя? Жуй хотя бы! Да чтобы в то платье влезть, я весь день ничего не ела. А ты видела эту лестницу? Я от голода умираю. Ты и так тощая. В какое платье ты не влезла? Я знаю парня, который спас роженицу. Не ожидала от него. Герой спас красавицу. Да вовсе она не красавица. А кто же это был? Роженица? Я героя спрашиваю. Ты не поверишь. Никакой у них фантазии. Погляди, каждый год одно и то же. Луиза, передай ассоциации. Если следующий приз будет такой же, я откажусь от него. Эй, ты же хотел уйти из профессии. Я могу еще что-нибудь выиграть. Ладно, я все им передам. Босс, вот то, что ты просил. Список всех СМИ, управляемых советом владельцев, с годовым оборотом от 1 до 3 миллиардов и числом работников от 50 до 200 в этом списке. Я распустила кое-какие слухи, и некоторые уже предлагают тебе работу.
Босс, ты точно решил? Мне нравится работать с тобой, а не в компании. Здесь нет DL International. А чего им здесь быть? У них большие проблемы. Срочно найди все данные о DL. Ты серьезно? Никто не знает будущего. Найди. Стелла, я уже несу вам кофе. Хорошо, спасибо. Стелла, здесь нужна ваша подпись. Хорошо, я посмотрю. Доброе утро. Доброе. Нужная температура я проверила. Спасибо. Стелла, ваш лэптоп с обновлениями. Самая новая версия? Верно. Директор Гау из Хуаян прислал вопросы, а вот мои ответы. Что думаете? Бонни, а ты чего не ешь? Покушай уже. Я должна беречь фигуру, у меня скоро собеседование. Да ты и так тощая. Если ты не ешь, мне неловко. А мне-то что? Моя-то душа спокойна. Злобная женщина. Ты должна поесть. Давай, поешь со мной. Ладно, ладно. Попытаюсь проглотить кусочек. Поем. Спасибо. Скажи-ка, кто тебя так разозлил, что ты столько ешь? Я приняла решение. Мне нужен помощник. Но не я, да? Ну, ты же не пиар-эксперт. Но ты можешь помочь его найти. Сейчас всеми в компании управляет Стелла. Так DL International станет Stella International, понимаешь? Мне нужно, чтобы кто-нибудь мне помог. Но у меня есть только мама и ты. Мама помочь не может. Так что я жду твоей помощи. Нет, пусть тебе мама поможет. Она точно больше понимает в этом, чем я. С тех пор, как отец пропал, мама все время тревожится. Я не хочу добавлять ей забот. К тому же, кто ты мне? Ты моя Бонни. Ты все умеешь. Я выбираю тебя, лады? Ну ладно. Менструации обильные? Да, как обычно. Как всегда, 3 дня. Левый яичник маловат. За этим нужно наблюдать. Возможно, преждевременное старение. Сделайте анализ на гормоны. У вас есть дети? Пока нет. Если хотите детей, следует поторопиться. Мои студенты в основном работают в зарубежных фирмах. Какой человек тебе нужен? Они помогут найти. Значит, слушай. Во-первых, профессионал. Пусть и не лучше Стеллы, но чтобы она не могла придираться. Во-вторых, он должен уметь находить мне клиентов. Подумай, как я могу удержать свои позиции, не принося доход? В-третьих, он должен уметь возглавить команду и еще научить меня всему. В-четвертых, и это очень важно, он должен быть верен мне. Ну вот, это все. Дзян Далинь.
Тебе нужен управляющий дворцом императора. Чтобы соответствовать твоим требованиям, нужен евнух.谁的心事如成秘密，灯会已换满无声的提醒，尘世中那一些繁文如历，浮生犹如在风中旅行，渺小却华丽，身无力表。